смотрите, как мы сейчас гуляем. Давно не снимала. У вас-то видео каждый день, а я что-то давно не снимала эти прогулки. Думаю, ну, все одно и то же. Вот они бегут, бегут, да? Бегут, бегут, бегут. Я козы. Но они уже повернулись, они уже остановились до этого. Вот я могу сказать 10 раз вот козы, когда они идут. И вот так я могу делать через каждые 10 минут. Они побежали вперед, я говорю, козы, они остановились, развернулись и возвращаются ко мне назад. Вот так, козы, Роза, вон черная пошла, повернулась. Мы просто туда и идем. Но это я вам показать, как мы сейчас гуляем. Без рыжей козы. Помыл, смотри, плюхнешься, съедешь туда в воду. Доброе утро. Да, была летняя картина, теперь вот так вот. Чё-то так мутно все. Козы. Ой, дождик. Хотела дождевик взять, не взять. Думаю, не надо. Чё-то солнышко выглядывало. Чуть я сегодня прям опять не сделала роковую... А так мутно, да? Не сделала роковую ошибку. Я уже, у меня такая установка. Няша. Козы. Вот сейчас из принципа поверну. Потому что сейчас убегает. Вон там няха с шоколадкой. А вчера у нас няха усвистела. Я их хотела в одну сторону. Они побежали как дурочки. Ну, как всегда. В другую сторону, где ничего нет. Ладно, бежали бы там туда, куда, где трава. Правда, ну ешьте, да, на здоровье. Нет, куда-то ломанулись, и я... А мне так неохота было уже никуда их... Не то, что неохота, а уже не было никакой возможности их разворачивать, потому что ломанулись так, няха впереди. Няша и шоколадка еще фестивалят. Остальные нет, остальные держатся в кучу. Господи, что-то такая я странная. А, что хотела сказать? У меня уже установка, да? Да что так? Я должна подоить коз и сразу же, как только подоила рыжую козу, пойти ее привязать. У меня уже это автоматически. Сегодня я чуть не сделала страшную вещь. Я ее подоила и опять туда засунула, ко всем. Хорошо, потом вспомнила. А то если я ее туда засовываю, я иду до... У меня чешется просто. Сейчас я почешусь от этих, от всяких, от кофт. Я забыла просто, что я снимаю еще. Я говорю и чешусь. А то я, когда не привяжу ее, забуду. Я ее туда, естественно, ко всем засовываю. Потом я иду домой. А потом я подаю всех коз. Козленка я кормлю до этого. Подаю всех коз. Потом иду кормлю кур. Там пока комбикорм, пока воды. Короче, иду домой. Выливаю молоко, эти ведра мою, все вот это вот. Убираю молоко, пью чай только потом сама. И я за это время, пока хожу, я, естественно, забываю, что я запихнула ко всем рыжую козу. Мне это нужно делать сразу. Подоила, привязала ее. А я столько дел еще после этого, и я забываю, что я ее не привязала. Так вот, я потом пока дома все это перелью, чай попью. И уже, о, ломанулись, но туда можно. И уже я выхожу и бегом к ним, их открывать, и мы идем гулять с утра. Распорядок такой. А то бывает, я вылетаю такая, быстрей, с козами гулять, открываю, и потом уже вижу, и мне хочется вдогонку плакать, кричать. Но я понимаю, что это бесполезно. И я наблюдаю, как рыжая коза свистит, у нее опять включилась пятая скорость. И как она мне тут устраивает забеги. Да. Ой, как дождик пошел. Вот, и сегодня я чуть не забыла. Думаю, нет, пошла ее привязала. Пусть стоит. Нет, забыла. Сначала забыла, а потом пошла привязала. Вот, но без нее они не ломанутся. Видите, они пройдут, возвращаются ко мне. Пройдут, возвращаются ко мне. Ну, сейчас они вот сюда, в деревья, побегут, но они крутятся возле меня. Да, вот такая вот история.
Я здесь обычно прихожу, здесь где-нибудь сажусь. Они куда-то уходят, не знаю куда, а потом они возвращаются. Никуда не здесь посадочку, или вот туда они идут вдоль речки, там, по травке. И потом через полтора часа у них часы биологические срабатывают. Я сначала пугалась, естественно, когда они куда-то уходили, и их не видно. Не видно вообще, я их не вижу. Ходила их, искала, за ними ходила. А потом уже нет, я перестала пугаться. Здесь, в принципе, уйти некуда. Здесь вон просторы, просторы, там просторы. Вот, только что они могут забуриться, и кто его знает, то они приходят, а могут и не вернуться, да? Козы, 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 роза! Козы, роза. Козы, 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 козы! Вот, а так я сижу, и они потом, смотрю, через полтора часа начинают возвращаться. И так каждый раз. Прибежали, ходили туда, пришли. Ой, как хорошо летом сидишь, да, и сидишь. Это я не про сейчас, это я про лето. Сейчас грязь начнется, как сидеть в грязи. А стоять, ждать их, да, как-то не очень. То я села и занимаюсь своими делами. Своими делами. Тут дел так много в поле. Ну, или монтирую, или что-нибудь там смотрю. Важные дела, тут же нужные дела. Да, вон и солнышко уже вышло. Пошли, пришли, сейчас опять туда иду. Идите. Ой, пошлите домой, они уже 5 раз ушли, пришли, ушли, пришли, я все сижу тут. Погодка хорошая, ветра нет. Козы, 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 козы. Пошли, а то я здесь вообще сейчас завалюсь, то сижу, а то и завалюсь и засну. Мне уток нужно рубить. Пошлите, девчонки, ты сейчас опять куда-нибудь уйдете.
пришли. Это Алтай зовет, рыжая коза. Вон там стоит, за этим, за сенником. Мы когда возвращались, он за ней пошел ее забрать. Опять мне таким тревожным голосом. Видишь, потеряли, говорит хозяйка. На, нашу-то. Вот я его прогнала домой. Вот он стоит, возмущается, как так козу там оставили. Она ведь стоит, он мне говорит. Вот, иду домой, смотрите. Одуванчики. Цветут? Мать и мачеха цветет в сентябре. Интересно, да? Еще тут у нас на дороге, откуда он взялся?